На одном из заседаний думских недавно говорили о том, что область практически банкрот, необходимо вводить внешнее правление. Но учитывая, сколько лет вы находились в должности председателя бюджетного комитета, находились в законодательной власти, считаете ли вы себя ответственным за то, что произошло у нас с бюджетом и область у нас практически банкрот? То вот привлечены деньги, вот сейчас звучала цифра 10 миллиардов, что мы сокращаем долги. Эти долги к 1 января 2015 года стали 43 миллиарда и превысили 70% от доходов. Ни при одном губернаторе предыдущем за все там 8-9 лет, о которых вы говорите, и близко к этому порогу мы не приближались. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Считаете ли вы себя виновным в том финансовом кризисе глубоком, в котором находится регион? Я считаю, что год назад он в таком кризисе не был. Себя не я не считаю. Я хочу поспорить с Владимиром Юрьевичем. Давай. Говорит, не было этого. Вспомните тот момент, когда на Думу выносились вопросы о государственной гарантии нескольким предприятиям, которые должны были взять многомиллионные кредиты в банке под государственные гарантии нашего региона. И вы активно выступали за то, чтобы дать эти гарантии. Вы все меня не послушались, проголосовали. В результате многомиллионные долги повисли на областном бюджете. Вот так вот копился долг нашего региона. Извините меня. И вы активно в этом принимали участие. Таких примеров большое множество за те 20 лет, которые мы с вами у власти. А если вам в областной думе предложат должность, автомобиль, побольше кабинет секретаря, вы прекратите критику в адрес губернатора? А зачем она мне нужна? Должность, автомобиль. У меня есть должность, я заместитель председателя бюджетного комитета. На выборы вы шли в команде губернатора Единой России. Не думаете, не возникал ли мысли из фракции Единой России выйти из Единой России? Я в Единой России с момента ее создания не бегал между другими партиями и в этой партии находился, когда здесь был коммунистический губернатор, коммунистическая дума, и говорить мне сейчас, ты теперь в Единой России не иди, хотя пришли большинство те, которые коммунисты. Я, извините, еще поборюсь.